Вот так, стахановскими темпами у нового детского сада в Волгаре появились стены. Сейчас рабочие уже приступили ко внутренней отделке. Возводить здание начали 2 месяца назад. Сейчас выполнено уже 80% работ. Одновременно со строительством и монтажом идут работы по облагораживанию прилегающей территории. Лично убедиться, что все идет по плану, на стройку приехала глава Самары Елена Лапушкина вместе с представителями профильных департаментов и подрядчиками. Вот это все, видите? Вот это все, что вы видите, блин, за 3,5-4 дня. В новом детском саду будет сразу 3 ясельные группы, посещать которые смогут 60 малышей. Всего же в новые яркие стены примут больше 200 детей. Работы идут с опережением графика. На финальном этапе прокладка коммуникаций. Закупается мебель. Проведена и запущена в работу система отопления. С нетерпением ждем. Дети ждут, родители волнуются, переживают, тоже ждут открытия детского сада. Малышей у нас очень много. На территории сада заканчивают установку игровых площадок, завершается укладка асфальта. Для комфорта маломобильных граждан предусмотрено специальное оборудование и лифты. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов, события.